Все внимание на старт. Дан старт третьего заезда. Сбоит Кореник Лебедь, первый номер. Бег со старта ведет Карвениус Чип на втором месте. Третий номер Кореник Довод. Сбоит Кореник Карвениус Чип. Первая четверть дистанции пройдена за 36,3 секунды. Бег ведет третий номер Кореник Довод. Престижный Персей накат. Уверенно и красиво лидирует Кореник Довод с престижными Персей накат. Далее выходит на второе место Кореник Карвениус Чип. И на третьей позиции Лебедь. Уверенно, красиво лидирует тройка, где Кореник Довод. Сбоит Лебедь, бег ведет Кореник Довод. Вторая четверть дистанции пройдена за 33,9 секунды. К лидеру Коренику Доводу пытается подойти Карвениус Чип. Сбоит Карвениус Чип. Бег по-прежнему возглавляет тройка, где Кореник Довод, сбоит первый номер, где Кореник Лебедь. Третья четверть дистанции пройдена за 33,5 секунды. Лошади выходят на финишную прямую. Возглавляет по-прежнему Кореник Довод, серый жеребец орловской рысистой породы, 2010 года рождения, от Ротика и Дольки. Заканчивает дистанцию Довод, Кореник с престижными Персей накат. Уверенно и красиво одерживает победу, заканчивает дистанцию Кореник Карвениус Чип с престижными Биг Бен и Нерпы. И заканчивает дистанцию Кореник Лебедь с престижными Набат и Набег.